нам ни к чему сюжеты и интриги. Про все мы знаем, про все, чего не дашь. Я, например, на свете лучшей книгой считаю кодекс уголовный наш. Если мне не имется и не спится, или с похмелья нет на мне лица, открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца. Я не давал товарищам советы, но знаю я, разбой у них в чести. О, только что я прочитал про это. Ни ниже трех, ни свыше десяти. Поэтому в рулевой группе